Eliminated Show. Это прям очень был такой шикарный номер. Ребята сразу как бы загнули планку. Я даже не знаю, что на этот раз они покажут. Музыка, программа, этот костюм и хореографию с нуля все. Мы приготовили национальный, потому что в кастинге не было национальных номеров. Мало было. Это узбекская хореография, это очень красивая хореография, поэтому мы выбрали именно это направление. У них все было четко, нигде никаких ошибок. И танцевали, синхронность была. У меня надежда на них очень большая, потому что это профессиональные, они занимаются своим делом. Для вас выступают Illuminated Show! Шоу «Узбекистан». Реально очень красивый номер. Ребят, каково это выступать в полуфинале? Спасибо всем, что нас поддерживали. Спасибо. Уважаемый жюри. Ребята, так завершили вы сегодняшний вечер просто замечательно. Я бы сказал,
Репертуар у вас был шикарно подобран. Если честно, вот тот колорит именно узбекский, именно вот эта тюбетеечка, именно вот это все было настолько вкусно сделано. Поэтому я что могу сказать? Наверное, спасибо. Благодарим вас за этот номер. Это было супер. Спасибо вам, ребят. Увидимся буквально через минуту. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.